Слова Дриморы встревожили героя. Тир предложил отправиться на север и поговорить с его подругой, чародейкой из темных эльфов, которая много знает о Дриморах. Но дорога оказалась опасной. Смотри, какое дело. Цена обычная. Деньги или жизнь? Раскошеливайся, старина. Деньжата у тебя есть. Уж я-то знаю. Денег у нас нет. А жизнь попробуй отними. Всем приходится платить. Это план. Всегда есть план. Кошелек или жизнь? Я готов. Начнем. Терпеть не могу дураков. Кошелек или жизнь? Сила Хиста наполняет меня. Терпение иссякло. Получай. Ты не помеха моим планам. Подходи и получишь по заслугам. Существа со способностью... Твое время истекло. Это Khajiit. Гони деньги и сдохни. Отдавай деньги. Khajiit убьет молча. Иллюзионист может выглядеть как угодно.
Терпеть не могу дураков. Глазом моргнуть не кошелек успеешь. Кошелек или жизнь. Тебе не победишь! А шерсть дыбом стала! Khajiit убьет молча! Это расплата! За все надо платить! Они нас недооценивают. Ты не помеха моим планам. Кошелек или жизнь? А шерсть дыбом стала. Убейте! Отдавай деньги! Убейте! Убейте! Скоро Khajiit посчитает свои деньги. Khajiit готов к бою. Иллюзионист может выглядеть как угодно. Сражайся, собака! Будь осторожен. Они нас недооценивают. Сейчас прорвётся. Убейте! А шерсть дыбом стала. А шерсть дыбом стала. Бери деньги и беги. Это расплата. За все надо платить. Они нас недооценивают. Они нас недооценивают. Выпивка, смех и драка. Солдаты, что может быть лучше? Убейте! Кошелек или жизнь? Сейчас прольется. Убейте! Кровь Khajiita в огне. Терпение иссякло. Бери деньги и беги. Thank you.
Я приготовил для них нечто особенное. Они нас недооценивают. Последний бандит, оставшись без своих подельников, упал на колени. Он сказал, что если его пощадят, то он покажет, где спрятано награбленное добро. Но торговец требовал возмездия. И что же сделал герой? Милосердие вознаграждается. Стража Доминиона. Стоять! Мы ищем бандита из клинков, и ты подходишь под описание. Это какая-то ошибка. Да ладно, когда это мы ошибались? Когда решили, будто мы сдадимся без боя. Фортуна благоволит мне, а не тебе. Жду приказаний. О! Детский! Мое глубокое почтение. Признай мою силу и ярость. Детской! Лучше промахнись. Признай мою силу и ярость. Стройся! Все, что нужно, это магия Сирабейна.
плати за все. Я уничтожу тебя. Иди в обливион. Они склонятся передо мной или умрут. Плати за все. Скажи, где у тебя болит? Стендап беспощаден. Лжецы Лорхана! Ты не понимаешь, с кем связываешься. Ты не понимаешь, с кем связываешься. Проклянет тебя. Плати за все. Иди ко мне. Иди в обливион. Кончилось их время. Иди в обливион. Лжецы Лорхана. Фортуна благоволит мне, а не тебе. Они решили избегать дорог, но, конечно, в дикой местности свои опасности. Тебе ведь больно будет.
И я отправлю твою душу в Совангард! Во имя Кинарет, признай мою силу и ярость! Тварь дрожащая! Я пойду на стену. Плати за все. Жалкая тварь! Плати за все! День будет удачным. Расправившись со зверями, они услышали тоненькое поскуливание. Маленький волчонок. Его взяли с собой? Они решили, что из него вырастет сильный спутник. Вот и добрались. Это дом Лаанет.
И тут полным-полно сектантов. Планет попала в беду. Скорее! Чародейка уже далеко отсюда. Может, я помогу? Считай, ты уже труп. Золотой меч поразит тебя. Тени да заберут их. Тени да заберут их. Я уничтожу тебя. Закнятый глупый. Твоя смерть будет сладкой. Считай, ты уже труп. Их кровь порадует поэтию. Стройся! Может, я помогу? Скажи, где у тебя болит? Глупое создание! Золотой меч поразит тебя! Смерть и разрушение! Я уничтожу тебя. Я уничтожу тебя. Думаешь, ты со мной справишься? Смерть и разрушение. Глупое создание. Золотой меч поразит тебя! Со мною доблесть Сниревара! Жду приказаний! Думаешь, ты со мной справишься? Твоя смерть будет сладкой. Кинарет, богиня небес, направь нас! Думаешь, ты со мной справишься? У меня приказ. Как прикажете?
кровь порадует поэтию. Ничего, я справлюсь. У меня приказ. Я искупаюсь в твоей крови. Со мною доблесть Неривара. Держать позиции! Отправляйся в Саванган! За Империю! Склонитесь пред князем Интриг! Ты глазом моргнуть не успеешь, а уже труд! По имя той, кто стирает! Орк, к бою готовы! Тебе не пройти! Умри, тварь! Стой! Мы расскажем, куда увели твою подружку. Анет похитили сектанты и увезли на север. Они надеялись, что она поможет им исполнить одно жуткое пророчество, так называемую жатву. Мне все это не нравится так же, как и тебе. Но чтобы догнать сектантов, нужен корабль, а у нас денег нет. К тому же этот корабль принадлежит контрабандистам. И я знаю из надежных источников. Тревога! Сегодня их здесь нет. Моя сила в этих деревьях. Тебе ведь больно будет. Ах ты, знаешь, даже не пытайся, не выйдет. Сражайся, Хоркер несчастный. И я отправлю твою душу в Солунгард. Слабая защита.
Кинарет, признай мою силу и ярость. Их смерть принесет славу Империи. Пробьем пару черепов. Твоя кровь потечет рекой. Я пойду на стену. Плати за все. Плати за все. Отправляйся так в Совет. Тебе и надо. Грязь. Я готов. Я пришел не... Мое дежурство. Богиня небес, направь нас! Отправляйся в Сован! Кто вас послал? Вы не похожи на... Эй, что здесь происходит? Стража Доминиона! Данианин и наш герой убедились, что у них один общий враг. Контрабандист по имени Плывущий в ночи согласился плыть на север и искать чародейку. Да, обожаю бури. Без них море было бы не так интересно. Ну, а пираты? Нет, они гнусные ублюдки. Нападают на честных контрабандистов, как на обычных купцов. Никакого уважения. Украл этот груз честно и благородно. Давай покажем этим подлым грабителям, что они не правы. Держитесь, иначе этот шторм сдует вас. Готове.
и я убью тебя. Сегодня ты умрешь. И я когда-то рвался к приключениям. Беги или умрешь. Оружие у меня всегда наготове. Сила Хиста наполняет смерть, меня. Смерть сухошкурам. Ты проиграешь. Букашки, что они себе позволяют? Глазом моргнуть не успеешь. Дурак без чешуи. Твое время вышло. Сдохни, собака. И я когда-то рвался к приключениям. Сегодня мне везет. Во имя Хиста! Бесчешуйный трой! Я захвачу богатую добычу! Я чую кровь в воде! Смерть сухошкурам! Так было предначертано. Ты даже не представляешь мое могущество. Я захвачу богатую добычу. Жизнь.
Гони деньги и сдохни. Умри! Честь и хвала! Глазом моргнуть не успеешь. У тебя нет силы! И до сих пор нет Ланет. Думаешь, они все погибли? Может быть. Или их убили местные. Может, я помогу? Как прикажете? Скажи, где у тебя болит? Думаешь, ты со мной справишься?
Расскажи, где болит. Скажи, где у тебя болит? За империю! Скажи, где у тебя болит? Я уничтожу тебя. Скажи, где у тебя болит? Слушаю и повинуюсь. Железного щита Стуна! Я уничтожу тебя! Тебе конец! Кинорет, признай мою силу и ярость. День будет удачным. Плати за все. Пора платить по счетам. Thank you.
Дэн поможет. Плати за все. За все. Плати за все. Я тебя заждался. Плати за все. Киин, пробьем пару черепов. Сбригганы пали, путешественники заметили, что один из них как будто манит их за собой в лес. Так, может, и не прочь последовать за ним, но кое-кто тут слишком любопытен. Решили не идти за ним и нашли сокровище, от которого это существо и пыталось их увести. Сектанты нашли укрытие в руинах древнего храма, но, к несчастью, стали жертвами их новых обитателей. Лан! Мне бы не помешала помощь. Спасибо, что спасли меня. Все сектанты убиты? Думаю, да. А если не будем осторожны, нас тоже убьют. Моя сила в этих деревьях.
Аметист исцелит тебя. Обливиан поглотит тебя. Чешуя! Ах ты, сухая шкура! Осторожнее! У этих гоблинов был очень крепкий вожак. Нам нужно уничтожить как можно больше врагов, пока его еще тут нет. Слабак! Слабак! Оп! Ах ты, сухая шкура! Послушание. Смерть, сухошкура.
Анет выяснила, что сектой тайно руководил лорд Наарфин, полководец Доминиона, захвативший столицу. Чтобы исполнить пророчество, он собирался принести в жертву всех горожан. Лаанет предложила отыскать имперскую армию, а затем отправиться в Скайрим и предупредить императора о планах Наарфина. Не нравится мне этот лес. Зато это кратчайший путь до Скайрима. Но явно небезопасный. На крыльях тьмы. Сегодня мое дежурство. Thank you.
Тебя скоро уничтожат. Оставь меня, Ифре! Умри, чужеземец! Ты глазом моргнуть не успеешь, а уже труп. Не успеешь, а уже труп. Вижу врага. Так просто от меня не избавишься. С такими уродами говорить нечего. Я с этим покончу. Игры кончились. Мы победим. Ты
Их смерть принесет славу Империи. Железного щита Стуна! Плати за все! Орки, тебя заждался! Плати за все! Лжецы Лорхана, вам конец! Захерсина! Уничтожить! Захерсина! Из высоких эльфов попал в паутину и взмолился о помощи. Они освободили его? Он ведь мог выдать Доминиону их местоположение. А кое-кто лучше бы забрал его золото.
Охотники не бросили его на погибель, хотя риск был велик. В этой таверне никто понятия не имеет, где лагерь императорского войска. А может быть, местные просто не любят имперцев? Почему они хотят нас убить? Это наемные убийцы? Агенты Доминиона? Это норды. Им просто нравится убивать. Я порву тебя! Будь начеку. Начинаем! Смерть — это честь. Начинаем! Я иду на бой! Алас! Атака! Пламя Алдуина! Сегодня мое дежурство. Стоять на месте! Я поведу в бою. Я смерть на крыльях тьмы. Со мною доблесть Неривара. Меч, смерть твой. Все готово. Детская игра. Идите сюда, погрейтесь. Мы сражаемся за Скайрим. Я с этим покончу. Я тебя достану. Вереск.
как зло. Я не боюсь тебя, крыса трусливая! Игры кончились! Детская игра. Местные не врали. Легион должен быть где-то здесь. Вот они. Приветствую. Я Тир, рыцарь Ордена Клинков. Кажется, они тебе совсем не рады. Мы не вернемся назад! Имперский легион обречен! Жду приказаний! Слушаю и повинуюсь. Твой путь окончен. Готов служить. Тебе конец. Твой путь окончен. Чем могу служить? Слушаю и повинуюсь. Приказ ясен. Приказ ясен. Слушаю и повинуюсь. Что приказал, прикажете? Меня не... Сдохни! Thank you.
Слушаю и повинуюсь. На прорыв! Приказ ясен. Слушаю и повинуюсь. На прорыв! Покажись, трус. Приготовил для них нечто особенное. В порошок сотру! Тебе конец. Тебе уже не спастись. Приказ ясен. На прорыв! На прорыв! На прорыв! На прорыв! От нас не уйти. Твой путь окончен. Сомнение равно поражению. Чем могу служить? Солдаты по местам. Что прикажете? Твой путь окончен. Приказ ясен. На прорыв! Слушаю и повинуюсь. Намира требует крови. Это план. Всегда есть план. Иллюзионист может выглядеть как угодно. Порошок сотру! Даем немного света на проблему. Кажется, ты... Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. Познай мою силу.
Иллюзионист может выглядеть как угодно. Они нас недооценивают. Мне заплатят за твою смерть. Тебя уже не спасти. Я вызову огонь на себя. Вперед, марш! Боишься смерти? Солдаты, по местам! Чем могу служить? Тебя погубит страх! Они нас недооценивают. Смотри, это легат Кассия! Бежим! Видите, кто пришел? Спасибо, что привел мне этих дезертиров, Тир. Хочешь еще разок послужить императору? Кассия, мы должны немедленно с ним поговорить. Император был в ужасе, когда узнал о планах лорда на Арифина. Но он понимал, что столицу штурмом взять не удастся. Доминион каким-то образом предугадывал каждый его шаг. Герой вызвался проникнуть в город и узнать, в чем причина такой проницательности. Разве город не охраняли? А, понимаешь, Нарифин недавно заново открыл арену. И герой решил назваться гладиатором, чтобы попасть в город. И там уже плывущие в ночи покажет им тайный проход в башню белого золота. Добрые люди! Милостью нашего лорда Нарифина! Я снова приглашаю вас на арену! Ведь ничто так не объединяет людей и меров, как славное зрелищное кровопролитие! Что-то ничего хорошего я на этот счет не припоминаю. Да брось, будет интересно. Пусть начнется игра! Ха! А вот и мы! Хватай оружие со стены и вперед! За дело!
Держать строй! Чем могу служить? Покажем им красивый бой. Тебе от нас не уйти. Приказ ясен. Слушаю и повинуюсь. Тебя пронзит моя сталь! Считай, я победил! Приказ ясен. Приказ ясен. На прорыв! Собака! Твой путь окончен. Почувствуй боль. Считай, я победил. Очисти разум и выпусти бомбы. Дума. Слушаю и повинуюсь. Не трогай Каджита! Не трогай Каджита! Умри, собака! Сегодня мне везет. Лучше не становись у меня на пути. Чем громче ревет толпа, тем сильнее льется кровь. Познай мою силу. Трогай Каджита! Слушаю и повинуюсь. Каджит разочарован. Тебя пронзит моя сталь! Каджит разочарован. Умри, собака! Твой путь окончен.
Это все, что ты можешь? Тебе меня не одолеть. Считай, я победил. Считай, я победил. Я дитя ночи. Боишься смерти? Дамы и господа, победитель! Приветствуем бойцов из синего отряда! Отлично. Давай уходить отсюда, пока они собирают трофеи. При просмотре коллекции вы можете создавать новые карты с помощью... Мы точно попадем из этих склепов в башню белого золота? Сомневаешься в словах величайшего контрабандиста? Про всю эту нежить ты не говорил. Да будь тут безопасно, сюда бы все подряд перлись. В этом алтаре скрыты могущественные силы. Они помогут упокоить мертвецов. Это даже интересно. Валенвуда. Будешь знать, как меня злить.
Это вкусно. Я заберу у тебя и кошелек, и жизнь. Бойся силы этого леса! Бойся силы этого леса! Будешь знать, как меня злить! Ты умрешь, где стоишь! Убирай! Тебя убью! Бойся силы этого леса! Только для клиентов. Умри, нарушитель! Кошелек или жизнь? Скума придает мне сил. Только для клиентов. Кошелек или жизнь? Или жизнь? Прощайся с жизнью и с деньгами. Сейчас получишь больно.
изломанных и истлевших костей лежал древний гримуар, хранивший зловещие тайны некромантии. Стоит ли связываться со столь темной магией? Темный, да, согласен, зато сильный. Времена были суровые. Плывущий в ночи слов на ветер не бросал. Тоннель привел путешественников прямо в башню белого золота. Должно быть, это кабинет на Арифина. Вон, шар Вермины. Так вот, как они следят за армией. Вот так. А теперь медленно отойдите в сторону. Нарифин! Это тебе удалось удрать из моего храма? Отдай мне шар, или твой друг сейчас умрет. Не надо! Герою пришлось сделать трудный выбор. Да будет так! Риф, убей негодяев! С удовольствием!
оружие у меня всегда наготове. В этих деревьях. Но приказание. Обливен поглотит тебя. Никому не победить сердце Валенвуда. Сперва ты сразишься с ним. Валенвуда. Обливен поглотил тебя. Течет рекой. Убить их всех! Ах ты, сухая шкура. Бесчешуйный трус! Твоя кровь потечет рекой! Пора вперед!
свою силу! Прощайся с жизнью и с деньгами. Умри, гладкокожий! Они падут на колени и будут молить о пощаде. Боишься смерти? Боишься смерти? Тебя он погиб. Что же ты делаешь? У меня не было выбора. Шар слишком важен. На кону тысячи жизней. Нам пора идти. На Арифин, наверное, уже сотню солдат поднял. Это охрана Императора. Смотри, их убили. Приведу их в форму. Лес — моя сила и мое мужество. Подходи и получишь по заслугам. Бойся силы отвалиться. Твое время истекло. Дерешься как ребенок. Чем могу служить? Стекло. Готов служить. Солдаты, по местам. Чем могу служить? Ты умрешь!
Убей их! Приказ ясен. Приказ ясен. Имперские солдаты не сдаются! На прорыв! Твоя жизнь в моих руках! Убей их! Сейчас будет жарко. Они сгорят в огне. Отправляйся в обливион! Тебя пронзит моя сталь! Мои стрелы не знают промаха. Дерешься как ребенок! Я убью тебя на месте! Я убью тебя на месте! Убей их! Огонь! Пощады не будет! Ничего личного. Здесь всего хватает. Меня не победить! Трать время зря. Сразись со мной. Бандер проклянет тебя. Я убью тебя на месте. Кровь и вера. Тебе не победить. Тебе не победить. И еще стрельнуть. Ничего личного. Лес не потерпит твоего присутствия. Тебе пришел конец. Я убью тебя на месте. Тебе не победить. Тебе не победить. Стоять насмерть. Не оставь меня, Ифре. Это мой плащ. Тихо! Тебе пришел конец. Направь меня, Аркей. Кровь и вера. Твое время истекло. Твое время истекло. Огонь! Держать строй.
прикажете. Тебе от нас не уйти. Тебе пришел конец. Кровь, Севера! Я тебя поймал. Тихо! Направь меня, Аркей! Мои стрелы не знают промаха. Подходи и получишь по заслугам. Тебе не победить! Пережить. Убей их! За милость Стендара! Приготовил для них нечто особенное. Это еще не все. Лес — это мой плащ. Этот лес — наш. Обед подан. Этот лес наш. Тебе конец. Никому не победить сердце Валенбуда. Обед подан.
Противника всегда можно отвлечь. В порошок сотру! Не подходи! Я тебя поймал! Умри, нарушитель! Не оставь меня, Ифре! Моей силы. Тебя погубит страх. Бойся моей силы. Мой лук готов. Этот лес наш. Тебе конец. Сегодня мне везет. Помню о многих важных вещах. Я охраняю это место. Бандер проклянет тебя. Уничтожить их! Еще стрельнуть. Лес — моя сила и мое мужество. Мы проследим за этим. Богам, вы пришли вовремя. Он будет жить.
Но он не сможет вести войско в бой. Нет, солдаты должны верить в силу их императора. Ты могучий воин. Я в этом уже убедился. Возьми мой доспех. В шлеме тебя никто не отличит от меня. Садись на моего коня и веди войска. Судьба империи в твоих руках. Воспользовавшись положением, имперские войска смогли нанести внезапный удар с запада и сразу же со стороны Чейнхола. Теперь герою предстоит вести войско на штурм городских ворот. Ну вот, в этих доспехах тебя не отличить от императора. Стройтесь за императором! И в атаку! Солдаты, нужно захватить ворота и быстро! Выступаем на закате. Хвала серым, у меня кое-что есть. Я приведу их в форму. Ничего личного. Хватит с меня. Ничего личного. Меня не победить. Моя смерть будет усладой. Готов служить. Мы ко всему готовы. Умри, собака! Ты умрешь! Моя смерть будет усладой. Ничего личного. Тебя пронзит моя сталь. Дерешься как ребенок. Ничего личного. Это план. Всегда есть план. Ты
свежее мясо. Твой путь окончен. Держитесь за мной. И меня не перехитрить. Знай мою силу. Детская игра. Твой путь окончен. Мозги. Твоя смерть порадует королеву теней. Хвала из миры, у меня кое-что есть. Боишься смерти? Умри, собака! Не смеши меня! Тебя по голове облибило! Расскажи, где болит. Держитесь, братья! Тебе нас не победить! Я уничтожу тебя! Готовься умереть! Скажи, где у тебя болит? Тебе не пройти. Я уничтожу тебя. Солдаты, по местам. Чем могу служить? Тебе нас не победить! Думаешь, ты со мной справишься? Вряд ли это надолго. Слушаю и повинуюсь. Тебе нас не победить. Скажи, где у тебя болит? Что прикажешь? Чем могу служить? Их смерть принесет славу империи. Мечи к бою! Этого тебе не пережить! Готовься умереть! Я уничтожу тебя! Твоя смерть порадует королеву теней! Хаджит советует не терять голову! Прорвались! Вперед! Нужно найти на Арифина, пока не поздно!
Нарифин. Так-так. Император собственной персоной. Зачем явился? Сразиться со мной? Дурак. Думаешь, ты меня остановишь? Посмотри вокруг. Народ гибнет сотнями, пока мы тут разговариваем. Их кровь исполнит пророчество. Я зажгу огни обливиона в этом мире, как только брошу твой труп в этот общий костер. Оставь меня, Ифре! Нечего. Сиродил будет наш. Мое время. Подкрепление! Наконец! На сей раз твоя взяла. Предел! Не отступать! Лучшая защита, какую можно купить. Не зли меня!
Тебя скоро уничтожат. Похоже, тебе нужна моя мудрость. Пустота в сердце твоей надежды. Ты глазом моргнуть не успеешь, а уже труп. Бойся меня, смертный! Игры кончились! Нечего. На Арифина! Ко мне! Я буду на чеку. Будь на чеку. Кишка! Я тебя прирежу! Дух Обливиона! Восстань! Мною доблесть Смиривара. Уходи. Thank you.
Их смерть принесет славу империи. День будет удачным. Плати за все. Зелень! Плати за все. Может, я помогу? Скажи, где у тебя болит? Плати за все. За зелень! Какая мощь! Ты не император! Ты убийца Рива! Сейчас сдохнешь! Думаешь, ты со мной справишься? Переломный момент. Пора платить по счетам. Иди ко мне! Во имя железного щита Стуна! Орки к бою готовы! Погоним их до самого Солнгарда! Это мое! Не сдаются! Проклянет тебя! Пощады не будет!
Отправляйся в Обливион! Я пойду на стену. Ничего, я справлюсь. Жалкая тварь! Их смерть принесет славу Им империи. Смерть принесет славу империи. Пора платить по счетам. Это мой город. Плати за все. Скажи, где у тебя болит? Плати за все. Плати за все. Это мое. Я дорого продам свою жизнь. Стоять во имя Ярла. Оружие у меня всегда наготове. Это вкусно.
Ты проиграешь. Умри, гладкокожий! Сиротил будет наш! Приготовиться! Я готов! Скума придает мне сил! Я тебя убью! Забери тебя, Сити! Ты проиграешь! Пора тебе узнать свое место! Умри, гладкокожий! За мной, я солдат! Готов. Лес — моя сила и мое мужество! Никого не щадить! Чешуя, это даже интересно. Грязь, Этина! Я защищаю Хиста! Грязь, эти! Ты умрешь, где стоишь. Мой хвост в знак послушания. Родил будет наш.
Лес — моя сила и мое мужество. Ты не пройдешь! Уходи! Все подготовлено. Мы ко всему готовы. Всему готовы. Сиродил будет наш. Тебя пронзит моя сталь! Мечи к бою! Тебя пронзит моя сталь! Какая мощь! Ты не император! Ты убийца Рива! Ау!
Сиродил будет наш. Пронзит моя сталь! Я пустота в сердце твоей надежды. Тебе от нас не уйти. Надолго. Это еще не все. Вряд ли это надолго. Получай. Много света на проблему. Получай, получай. Этого тебе не пережить. Это еще не все. Этого тебе не пережить. Этого тебе не пережить. Тебе конец. Сиродил будет наш.
Сдохни! Уходи! Сверить наши методы. Иллюзионист может выглядеть как угодно. Проверим мою теорию. Может, я помогу? Пантер проклянет тебя! Думаешь, ты со мной справишься? Сиротил будет наш! Готовы. Тебе ведь больно будет. Я уничтожу тебя. Кишка танка. Сражайся, Хоркер несчастный! Сейчас сдохнет! Соселень!
Кишка танка. Умри, тварь! Так тебе и надо. Тварь дрожащая. Заселень! Какая мощь! Ты не император. Ты убийца Рива! Умри, тварь! Пора тебе узнать свое место. Иди ко мне! Зазелень! И я отправлю твою душу в Совангард! Имперские солдаты не сдаются! Их смерть принесет славу Империи! Расскажи, где болит! Кишка танка. Бандер проклянет тебя! Держать позиции! Как прикажете? Так тебе и надо! Это мое! Плати за все. Я уничтожу тебя. Пора платить по счетам!
Так город был спасен. Люди славили императора как героя, не догадываясь, кто спас их на самом деле. Забытый герой тихо покинул город, даже не подозревая, какие великие деяния ждут его впереди. Но об этом я расскажу в другой раз. И как это нам поможет? Наша предводительница умирает. Нам нужно больше, чем рассказы. Нам нужно... Вам нужна надежда. Я видел вашу предводительницу в бою в ее свирепой маске. И если подумать, под маской может быть кто угодно. И даже... Я. Давай вместе сходим в ее шатер. У меня такое предчувствие, что предводительницу ждет чудесное исцеление.